Всем привет, дамы и господа! Сейчас идет так называемый месяц гордости. Это когда ЛГБТ заявили о своих правах. Вообще в Сан-Франциско гей-парад завтра. Гей-парад завтра. Я хотел поехать сделать репортаж, но проезжал мимо центра, увидел толпы людей. Толпы людей, смотрите. Это типа в преддверии гей-парада, какая-то у них вечеринка здесь, видимо. Я думал, здесь концерт, а тут, похоже, просто пикники. Сейчас посмотрим, может, здесь есть какое-то интересное мероприятие, или они просто так сидят и хавают. Такое большое количество радужных флагов сейчас подписчики из России увидят и побегут гатиться в туза, потому что на русских людей же действует ЛГБТ-пропаганда, поэтому запретили радужный флаг. Если они видят радужный флаг, они сразу бегут гатиться в туза. Так что извиняйте, подписчики из России. Короче, тут просто пикники. Они сидят, хавают и все. Ничего интересного пока не нашел. Я думал, тут концерт хотя бы какой-то. Тут просто пикники. Thank you.
Пишите в комментариях, какой у вас гендер. Смотрите, сколько флагов разных гендеров. ЛГБТ-байкеры. Я приехал в Пресидио парк, здесь гольф-клуб, люди играют в гольф, это в Сан-Франциско. Но я приехал не в гольф играть, а в ресторан, разумеется, поглощать вкусную пищу. Пойду похаваю. Ресторан при гольф-клубе. Стрекоза летает. Это green beans, зеленые бобы. Зеленые бобы. Просто как чипсы такие, с соусом. Это буррито с яйцом. Это буррито с яйцом. А это картошка. Картошечка. А это суп. Куриный суп. Куриный суп. Смотрите, много курицы. Одна курица. Да. Неплохое заведение, фактически это просто кафешка при гольф-клубе, в гольф играют состоятельные люди, а еда, ну, typical American food, то есть классическая американская еда, без каких-то изысков, вкусно, поесть в одну каску обошлось $40. А, как я сказал, следующий ролик будет с гей-парада, тут какой-то прям масштабный парад. Я думаю, туда будет сложно добраться из-за лютых пробок, потому что вот сегодня даже бешеные просто космические пробки. Собственно, я ехал через центр, вот это место, эту поляну, где сегодня ЛГБТ-пати было, я снимал, потому что трафик просто космический, не проехать. Я кинул машину, увидел, когда это кинул машину, решил сходить поснимать. А там просто пикники, никакого пати, что прям, ну, концерт какой-то, я думал, может, митинг будет. Вот, никакого митинга нет, просто пикники. Ну, в общем, будет много всего интересного. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео.